одном из самых маленьких сел Карагандинской области, отделение Жаланаша в Актугайском районе, большая радость. Впервые за много лет здесь отремонтировали сельский клуб. Из бюджета на эти цели выделили 8 миллионов тенге. Финансирование предусмотрено в рамках программы по улучшению условий жизни в селах, удаленных от районного центра. Аварийное здание восстановили, средств хватило не только на внутреннюю отделку, но и на покупку мебели и необходимого инвентаря. Преображение клуба отметили все местные жители, среди них мать 14 детей Загым Муксинова. У нас в ауле условия жизни постоянно улучшаются. Этот Новый год мы уже встречали в обновленном клубе. Устроили здесь большой праздничный концерт. Дети наши выступали. Это же такая радость для нас всех.